что там у нас, док? Как наше золотое яичко? Сэр, вы совершенно правы, она уникальна. Мы подвергли ее ряду испытаний. Ее нервная ткань как-то усиливается изотопом в ее ожерелье. Оно подпитывает ее. После подготовки девушка станет сильнее и быстрее любого мужчины. Но без ожерелья она слабеет. Она само совершенство. Я знал, что агентство просто так гоняться за ней не будет. Джекпот! Ха-ха! Лени, похитили. Что? Какого хрена? Какой хренов урод ко мне нахрен лезет? Это что, шутка? Звони Джей, пусть позаботится о выкупе. И шерифу звякни, я хочу вернуть своего пацана. За что я ему деньги плачу, извращенцу гребаному? А, мисс Купер. Приемная, шериф. Чем я могу помочь? Это тебя. Говорит Скёрки. Что? Ай, Лена. Чего? Нет! А! Черт побери! Ладно, я иду! Ждите! Часть вторая, конец пути. Где девушка? Папа меня убьет, если я скажу! А я убью, если не скажешь. О, пожалуйста! Мы собирались ее вернуть! Мы просто хотели срубить поплачу! Последний раз. Где Виктория? Блядь, обоссался. Ребятушки, всем добрый вечер. Папа сказал, блядь. Где мне его найти? На заводе. Прямо за городом. Проси, кого хочешь, тебе покажут. Там бои проводят по ночам. Ясно? Ладно, хватит копать. Я могу вылезти из этой дыры! Опа-на. Пожалуйста! Монашка была случайностью! Честно! Так, это что у нас? Снайперка? Я сделал все, что ты хотел! Ха-ха, прикольно. Ну чё, захерачим, что ли, его? А, я так и знал, что у тебя кишка тонка. Строишь из себя крутого. Но когда до дела доходит, ты долбанный меткий сердечный труд. Ящики набиты динамитом. Прости, господи, чего ты ожидал, чувак? Ты убил моих друзей! Ты чё, гонишь, блядь? Так ты повернись ко мне. Что? А побольше ничего не нашел, а? Верю, что этого хватит. Сучок, а? Пожалуйста, сделай это быстро. Бам, нахуй, нихуя себе. А та даже не двинулась, да? Ну же пофиг, трахни меня уже. Не в том смысле, здесь у нас что такое? Ух ты! Куда пошел-то, блядь? Бам, нахуй! Открыто достижение, следи за запястьем. Лени мертв. Еще как мертв, я вижу, блядь. Так, а тут кто летает у нас? Я думал, воткну, блядь.
Вот еще и бит у нас лежит, да? Не, мы лучше томагавк возьмем. Ну что, да выпендривался, сучок. Так, ладно, чё. Машины, конечно, у нас вообще огонь. Пора умывать руки. Поехали. Ух ты, это что, такая коротенькая серия получилась? Не, ну давайте мы продолжим с вами, да, не будем уж так. Сразу дальше пойдем. Я пёс серьёзный. Охуеть. Часть вторая. Dexter Industries. О, вон Санчес этот. Так, отключите главную систему защиты. Так, вон у нас цель. Сигнализация. Ну чё, поехали? Так, окошко у нас, да? Главное... А, всё, что ли? Так, тут у нас что? Молоток с вами есть. Так, вон у нас какие-то две цели, вот у нас дверь есть. Для открытия двери нужна ключ-карта. Так, у нас, значит, здесь что-то лежит, одежка. И ключ-карта вот в этом сарае лежит. Так, этот уходит. Так, 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 вылазит. И сюда за угол, да? Там у нас тот ушел, этот нас не заметил.
Так, ну сейчас дождемся, потом туда пойдем. Сейчас с ключ-картой мы вернемся. И потом вон у нас еще что-то подсвечивается. Уходи, короче, братан. Вот так-то. Ай-яй-яй, чуть-чуть не заметил. Так, ну все, открыли мы с вами комнатку. Че у нас тут? Ух ты, сколько здесь всего добра-то. Хуяси, это что такое? Зарядить мина. Давайте мину возьмем. Костюм сотрудника внешней охраны. Так, давайте оденемся, чтобы нам попроще было ходить уже. О! Так, ну все, теперь можно и посмелее уже. Олень похож на... Это кто такой? Олень похож, как в Alan Wake был. Такой же там олень. Тоже весело. У меня даже где-то фотка была с таким оленем. Так, ну все, теперь мы чуть-чуть посмелее будем ходить. Так, ну вот этот лучше, чтобы, наверное, все-таки отошел, да, отсюда. Выйдет он, нет? Выходи, братан. Еще один олень, блядь. Ну, блядь, олень. Запалить ведь может, да? Сука, походу он не выйдет, да? Я тебя где-то уже видел. Бля, что такое? Я что-то не то сделал. Зря я, походу, мину взял, да? Ёшкин матрёшкин, блядь. Так, подождите. Пардон. Сейчас исправим ситуацию эту. Блядь, вот я лоханулся, а. Ну, сейчас мы уже знаем, что нам делать. Сейчас поживее будет все. Да, сейчас сразу туда пойдем. Так, отключите вторую, блядь. Ну, как я с этим лоханулся, конечно. Мы сейчас все-таки возьмем этот опять костюм. Блядь. Миной уебал, блядь. Сам взорвался. Это ж пиздец, а. Так, все, идем. Идем. Так, тот у нас ушел, этот у нас здесь спокойно стоит. Он нам не помешает. И вылазим сразу. Все, это мы сделали технично. Блять, этот идет обратно только, да, еще. Ну что ж, будем ждать тогда. Будем ждать, сейчас переоденемся. И того будем вырубать. Хер он, блядь.
Давай, уходи уже. Красавчик вообще. Ай-яй-яй, не заметил, надеюсь. Все, сразу забираем. Ствол здесь был, да, у нас? Во. Так, мину, ну его нахуй, я не буду ее брать даже. Так, маскировка. Все по красоте. Не, нахуй, где ключ? Все, и убираем его. Так, здесь же мы не пролезем нигде. Да пошли сейчас посмелее. Мы тут уже как свои ходим. Да, я предлагаю сейчас, короче, его замочить. Раз он так стоит в наглую, блядь. И не уходит. Так, его спрятать здесь есть, где нет? Спрятать негде, короче. Так, ну хотя бы, может быть, куда-то за угол, вот сюда затащить его, блядь. Хоть так. Так, найдите вход на мельницу, да? Я же его сюда не вытащу никак. Так, вход у нас за этой дверью. Это Альфа-5, все чисто. Прием. Все чисто, конечно, братан. Так, немножко мы потеряли там очков. За счет того. Ну, мы же его не убили, мы его вырубили. Железный человек 2 разблокировано. Так, старая лесопилка. Что нам здесь надо делать? Пока не видать. У нас сидят два чудика. А, он дверь, да? Судя по карте. Надо куда-то пробраться. Так, диверсию мы можем сделать. Для чего? А. Чёрт побери! Это вообще против правил. Мужик, как это сделать? Теперь ученик, да, учитель. Давай без всякой фигни из карате. Да, там какая-то улика. Подожди, не просто так же. Ты кабель выдернул, говорит. Ну чё, сюда кто-нибудь пойдет из вас, нет? Отлично. Давайте его дождемся здесь. Придушим тихонечко, да? Так, и сюда его. Ох ты, блядь. Постой здесь, дружочек. Во, вернулись обратно в ноль, да? Так, ну мы же сейчас вообще переодеты, если я прям... Даже не нагло будет с моей стороны.
что он там сидит, и мы подойдем и заберем эту улику. Я тоже думаю, что не нагло. Так. Вон там кто-то сверху идет. Куда он идет? Идет сюда, кстати. А мы его сейчас и обойдем, да? Альфа 4. Ничего не видно. Придем. Ничего, все нормально, да. И пошли тихонечко. Я так и не понял, зачем я вырубил того, честно говоря. Ну уж ладно, коли вырубили. Можно, конечно, и этих тогда захерачить. Заодно уж, как говорится, да? Куда? А, сюда. А, вот у нас выход. Так, а там наверху что-нибудь есть? Давайте проверим сразу все с вами уже. Конечно, есть. Так, но это нам ничего не надо. Так, достигнута у нас с вами новая цель. Нихера себе, это что такое? Фабрика. Dexter Industries. Выход найден. Так, да, нам сюда. Ух ты. Спуститесь на территорию фабрики. Ох, нихуя себе. Здесь обвала-то не будет конкретного. DSL, блядь. Ну, я не знаю. Так, а что, нам вниз пойти или куда? Или залезем в окно? Давайте посмотрим, что внизу. Чуть-чуть не ёбнулся, блядь. У нас там никаких улик же не было, нет. Сука, здесь. А, я подойду. Ты второй сектор, проверю? Погоди. Лучше перестраховаться. Приказываю быть наготове. Блять, херово они здесь стоят так. Расслабься. У нас все схвачено. Взгляни еще. Так, куда-то уходит, да? Так, нам надо вниз, наверху у нас ничего нету. Контрольную точку лучше активировать. Так, кто-то стоит здесь. Там что, динамит горит, что ли, блядь?
Блять, дверь закрылась, надо. А, я сейчас уже не выйду туда. Так, ну надеюсь, мы все правильно идем. Куда они съебались? Так, ну там у нас ничего нету. Ух ты, нихуя себе. Так, ну нам туда идти надо. Все, спрятались. Так, где у нас выход туда, короче? Мы сегодня без торта, ребята, но альфа-группе не нужен сраный торт. У вас есть приказы? Вперед! Так, нам надо пройти. Подожди, туда нету прохода. Сейчас они чуть разойдутся, и, видимо, нам тоже внутрь заходить. Блять, прям около нас будет идти, смотрите. Ты из пятого сектора? Пошел нахуй! Тебя не ебет, с какого я сектора, блять. Так, один стоит. Тот уходит. Ну чё, давай, докуривай и уходи тоже тогда. Блять, все разошлись, уходи давай. Сука, нам там вниз куда-то надо будет спуститься. Так, ладно. Блять. Ёбаный в рот. Чё-то я как-то спалился, видимо, да? Это же просто бойня какая-то. Тихо, братва, всё тихо. Запалились мы конкретно, блядь. Сейчас надо их успокоить еще, видать. Или взять их, перебить всех, можешь, а? Проверяю. Проверяй, проверяй, конечно. Не могу. Ясно. Да, я сделаю. Так, еще один, что ли, там идет, нет? Блядь, ну как я его, а? Как я не прошел? Все, успокоились. Все чисто, братан. Расходитесь. Стоят со стволами такие, блядь. И тот с автоматом идет, готовый. Обыщите тут все. Здесь его нет. Так, этот уходит. Эти два уходят сейчас тоже. Вот этот один стоит, блядь, мешается. Да все тихо. Мне нужна помощь! Помощь, что-то у него там случилось, блядь. Так, меня напрягает больше всего вот этот стоит напротив меня, блядь. Не могу его найти. Так, этот тоже уходит, отлично. Ну чё, братва, успокаивайтесь. А этого мы сейчас попробуем захерачить. Ну пошлите, короче. Всё нормально у нас. Ствол давайте лучше с рук уберем. Как я опасно, блять, а? Так, куда нам идти-то?
Потянуть за рычаг. Только не тяни, да, как говорится. А, во, отлично, нам сюда и надо. Так, здесь есть чего? Что-то он лежит. Да никого он не видит, все нормально. Отлично. Да, немножко мы, конечно, с вами проебали. Почти 1500 очков. Ну да хер с ними. Так, куда-то мы еще ниже спускаемся. А, ну нам к заводу надо к этому выйти, да? Эх, красота. Так, вон у нас какие... Нихуя себе, сколько там всего отмечено. Так, где тут? Куда? Где тут лестница? Вот она. Куда пошел-то, блядь? Так, проникните на территорию фабрики. Ух ты, снайперка. Снайперка нам нужна. Неплохая точка обзора. У нас достижение получено, кстати, новое. Выйти из тени. Ух ты. Смотрите, смотрите. Там этот стоит, сыт, сучок. Лишнее убийство. Минус 250. Ну, ё-моё, а. Так. Кто меня палит? Тихо, нормуль, вон ящик есть. Там кто-то палит, блядь. Сейчас, подождите, сейчас мы на точку обзора хорошую выйдем и посмотрим, кто нас там палит. Ага. Так, раз. Два. Ну, давайте и начнем. Три. Так, этот куда пошел? И этот куда-то ходит. Давайте вот этого ёбнем. Готов. База! На моих глазах погиб человек! Что делать? Куда он делся, блядь? Черт. Пойду разбираться. Все, никто не погиб, блядь. Все спокойно. Блядь, минус 2500 убит мирный житель. Охереть. Ну, встань ты там повыше, во. Еще минус 2500.
А нехуй там ходить, да, как говорится. А мы сейчас отсюда еще постреляем. Вон стоит, скучает, смотрите. Готов, блядь. Чтобы не скучал, да? Заебал меня это тихо. Подозрительность. Ну сейчас, надеюсь, все успокоится, блядь. Готов, блядь. Сейчас мы так всех здесь перестреляем, блядь, с вами. Нахер, немножко экшена что-то мне захотелось. Готов, блядь. Все спокойно. Всех захерачили, все спокойно. Так, чё, больше никого? Вот мирных жалко, конечно, блядь, с одной стороны. А с другой стороны, эти мирные, блядь, работают на этих гандонов. Так, это кто такой? А, ну это мирный. Так, у нас, смотрите, раз, два, вход где-то там, три, четыре. Пошлите, короче, наверное, налево, да, с вами? Ну что, хорошо постреляли. Это там один стоит, скучает. Так, тело можно как-то сбросить вниз, наверное, нет? Во-первых, давайте, да, одежду заберем. Бандана такая, очечки моднявые, вообще нормально. Так, спуститься, тащить. Ничего нам не надо. Я думал, скинуть можно. Территория фабрики у нас. Опа. Найдено тело. Так. Охрана на чеку. Где охрана? Сука, этот мирный житель гандон, блядь. Сейчас мы там всех положим, блядь. Так, хорош сюда уже стрелять, блядь. Сколько их там? У меня уже патронов мало, кстати. Сзади у нас никого. Так, ну чё, давайте уже успокаивайтесь там все. Так, там у нас решетка, окно. Подожди, пойдем сюда. Вот, нам надо с вами туда пробраться, да? Знаете, наглеть не будем все-таки так уж прям. Охрана на чеку. Ясен пень, блядь, здесь столько народу положили. Так, ну полезли в то окно с вами. Вон вроде охрана, да, ходит? Где твоя резня?
Хуя себе, их там народу-то идет. Так, все, уходим в окно, блядь. Хорош, короче. Пойдет сюда, нет? Не, ему похуй, да, на радио. Так, мне надо как-то пройти мимо этого чудика. Можно его, конечно, обойти прям наглую. И придушить, блядь. Блядь, что-то я опять нахуй. Так, ты, пес, нахуй. Сука, ничего с ним не происходит, блядь. Где здесь улика это? Или что там, не улика, блин? Сука, карточка. А, у нас же есть карточка, да? Так, гаечный ключ. Мина. Не, мины нам нахуй. Один раз я уже с миной связался, блядь. Так, переодеться мы во что-то можем новое, я так понимаю. Пиздец, блядь. Прикиньте. Нахуй это ебануться, блядь. Сейчас мы на солнышко сюда выйдем. Так, ладно. Мы лучше возьмем наш этот другой костюм, блядь. Костюм охранника, да? О. Так, короче. Мы сейчас его заберем костюм. Не знаю, поможет нам это, нет. Вот так, и пойдем. Вот нам куда-то вообще лезть надо, считай. Ну, полезли, чё? Так, видимо, вот сюда и чуть-чуть левее. Так, здесь у нас не... вон один ходит кто-то. Ух ты. Так, давайте активируем точку. Что у нас? Гаечный ключ на всякий случай. Не, мины я уже боюсь, реально, блядь. Так, ух ты, сколько их здесь много-то. Блять, а кто это меня там так запалил? Блять, а кто меня палит?
Чё, неужели мне надо идти брать этот костюм, блядь? Найдено тело. Так, предлагаю захерачить этого сразу. Так там тела будут постоянно сейчас находить эти. Так, а куда мы еще можем пройти? Вон у нас что-то есть, да? Дверь какая-то. Или идти одеться в того зайца, блядь. Вау, тут еще снайперка, да? Так, давайте нож возьмем. Радиоуправляемая взрывчатка. Чё у нас? На базе пиздец. Чё происходит? Вот этого надо тоже захерачить, блядь, раз они там успокоиться не могут. А, всё чисто. Бах. Ух ты, там такая точила. Так, ну чё, там успокоиться, нет? Ну что, пойдемте попробуем еще раз. Или пойду тогда одевать этого костюма. Да, смотрите, сразу палит прям. И ничего не помогает. Все, идем за костюмом, короче. Бурундука, блядь. Такой у нас сейчас мажорный тип будет с вами. Сейчас тут быстренько пойдем уж тогда через центр вообще. Песик, успокойся, блядь. Сейчас мы оденемся с вами. Белкой, блядь, полезем. Хоп. Кадр, блядь, конечно. Давай, прыгай, блядь. Опа. Так, ну сейчас заценим белку эту. Палят его, не палят. Если сейчас будут палить, я тогда не знаю, что. Придется реально всех на заводе мочить тогда. Блять, этот трус, сука, всех боится, нахуй. Какого чёрта тут творится? Что происходит? Так, вон у нас вентиляция. Вон кто-то идет, блять. Мне надо, чтобы вот этот съебался отсюда. Эй, это не твоя идея.
парень? Что за черт? Эй! Никаких у нас проблем нету. Спокойствие, только спокойствие. Я все сделаю. Что за... Ты меня не... Да! Получай, собака! Враждебность, блядь. Блять, за мной походу охота пошла, да? Все. Кто стреляет? Хорош уже стрелять, блять. Ну пиздец. Одну секунду. Этот парень профи. Это лично. Надо прикончить, ублюдка. Этот парень профи, вы вот в этом, блять, правы нахуй. Да не зови ты никого, блядь, уже. Парни, да он там сейчас в лапу промахнется. Почти. Он меня за... Всё. Его нет. Он здесь, я не знаю. У нас потери. Блять, ну сколько вас там, а? Ах ты, блять, мина взорвалась, сука. Блин, а? Так, используют лестницу. Все, поехали. А, подожди, зачем мне? Мне же надо вниз. Да, я же здесь сохранился. Так, ну все нормально. Все, 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 успокоились, блядь. Так, мне нужно, ли, блядь, тихонечко вылезем. И сюда. Фух, прошли. Блять, этот... А, тихо, он идет к ней, да? Я пойду покурю, детка. Наслаждайся. Наслаждайся. Ты, надеюсь, не сюда, отлично. Так, а у нее что-то он лежит, да? Давайте аккуратненько посмотрим, что здесь. И сюда. Ты гонишь? Эти грёбаные мины на взводе? Ага, на взводе. Это же безумие. Мы подорвемся к чертовой бабушке. Никто
Никто здесь не умрет. Я на этой работе много лет, чего никогда не случалось. Мистер Декстер хочет продемонстрировать, насколько эти хреновины безопасны. Так. Расслабься, а? Они взрываются только если их активировать и детонировать. Так что, если ты внезапно не начнешь... Блять, как их много, а? То беспокоить тебе не о чем. Все, отвернулся, отлично. Ух ты, стоит. Так, нам надо вот в ту дверь зайти. Все, здесь все отошли. Там тоже никого. Ну, пошлите. В наглую, блядь. Вызвать лифт. Фух. Вставай уж, блядь. Быстрее, быстрее. Где лифт? Отлично. Фух. Добрались, блин. Так, это еще не конец, походу, да? Или прошли? Отлично, блядь. Затянувшись у нас серия. Я прошу прощения, блядь. Разблокировано. Железный человек 2. Метание 2. Повышает навык метания тяжелых предметов. Отлично. 15 тысяч нам дали, короче. 31 300. Тупик, старая лесопилка, спуск и территория фабрика. Конечно, мы здесь, блядь, почудили с вами конкретно, я вам скажу, блядь. Ладно, что, всем спасибо за просмотр. Увидимся в следующей серии. Адиус.